Из-за ухудшения погоды стали неблагоприятные условия дорожного движения. Непогода стала причиной рокового случая на трассе М-11 в Новгородской области. Столкнулись более 40 автомобилей. Изменения погоды в последние дни связаны с циркуляцией. Дело в том, что циклон в настоящее время своими фронтами накрыл территорию Поволжья. Как следствие, наблюдаются осадки. Под действием южных потоков фон температур повысился, и в настоящее время температура на 6 градусов превышает климатическую норму. Такое количество осадков жители не видели примерно со 2 января. Такая вот аномально теплая погода останется на нашей территории еще буквально на 2-3 дня. Далее нас ожидает температурный фон близкий к климатической норме. И первая декада марта прогнозируется близкой к климатической норме, а норма первой декады марта составляет около минус 6 градусов Цельсия. Наиболее точным прогнозом можно назвать краткосрочным, то есть до 3 суток. Оправдываемость таких прогнозов достигает 95%. Если говорить о долгосрочных прогнозах, 67%. Но изменение погоды, особенно изменения в последние дни, связано с циркуляцией. Дело в том, что циклон, который определяет погоду нашего региона, в настоящее время своими фронтами накрыл территорию нашей республики. Как следствие, наблюдаются интенсивные осадки и южные потоки. Такая аномально теплая погода останется буквально на 2-3 дня. Далее нас ожидает температурный фон, близкий к климатической норме, которая для первой декады марта составляет минус 6 градусов. Диана Агнест, Фарид Захитоглы, Универньюз.